Всем привет! С вами Маша Смолт. И сегодня мы будем вырезать из вот такого кусочка эпоксидной смолы с деревом. То есть я развела эпоксидную смолу, добавила туда красителя и навтыкала деревяшек. Это американский орех. Вот моя идея сделать из этого черепок на кое-что. Про кое-что расскажу позже. Значит, сначала нам нужно сделать череп. Так. Надо разметить. Надо выбрать сторону сначала. Ну, допустим, давайте с этой стороны попробуем. Черепушка почти готова. Сейчас осталось просверлить отверстие вот здесь, чтобы вставить то самое огниво. Thank you.
что, схватилась эпоксидка. Резьба у нас достаточно глубокая, и туда ничем не подлезть, чтобы это заполировать. Я попробую развести немножко эпоксидки и одним слоем покрыть сверх кисточкой. То есть залезаю во все щели. И заодно вот эта деревянная заиграет по-другому под этим слоем эпоксидки. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте. И до новых встреч. Пока.